Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Не хочу. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? Или в Банкин, когда я пришел, хотелось всех трахнуть. Там какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Когда ты можешь терпеть по 5-6 часов, ну, раньше, как я занимался, на пульсах там 150 средних, то есть, понятно, что максимальных до 190, то сидеть в офисе просто целый день, 12 часов, это вообще кайф на пульсе 60, без проблем. Нету ни ху Я. Вот просто нихуя. Супер гуд. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю, то есть, ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу, я не хочу это видеть, я хочу про это сказать всем. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Сомнительно, но окей. Ну это у меня вино дороже стоит бутылка, блядь, иногда. Ты понимаешь? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся! Ты терпишь, терпишь. Обычно ты терпишь в течение 2-3 часов прям терпишь. На пульсах на больших. Я не думаю, что у нас какие-то большие даже пульса сегодня были. Ну, может, было 150. Сумасшедший. Он говорит, ты реально сумасшедший. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия помазалась этим говном. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Что похуй. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.